кухонная машина 4 в одном от Kitford, которая работает как миксер, блендер, комбайн и мясорубка. Сегодня в обзоре кухонная машина от Kitford, модель KT-1366-1. Рассмотрим ее подробнее. В комплект с кухонной машиной входят чаша для продуктов, крышка чаши, крюк для теста, венчик для жидкого теста, венчик для взбивания, чаша блендера, крышка блендера, мерный колпачок, корпус мясорубки, толкатель, загрузочный лоток, шнек, нож, решетка с крупными отверстиями, решетка со средними отверстиями, кольцевая гайка, чаша комбайна, крышка комбайна, толкатель, блок лезвий, диск для насадок, 4 насадки, инструкция и гарантийный талон. Корпус комбайна выполнен из пластика. Прямо на нем есть подсказки по использованию насадок и установки скорости работы в зависимости от продукта. Внизу прорезиненные ножки-присоски для устойчивости. Объем чаши 2,5 литра. Сделана она из нержавеющей стали, поэтому в ней можно перемешивать даже горячие ингредиенты. Также чаша оснащена прозрачной крышкой с отверстием для добавления продуктов. Движение насадок планетарное. Они одновременно вращаются вокруг своей оси и по окружности чаши, благодаря чему тесто хорошо перемешивается и не прилипает ко дну и стенкам чаши. Управляется машина просто, с помощью регулятора на корпусе. На выбор 7 скоростей и импульсный режим. Мощность двигателя 1000 Вт. Этого хватит для обработки большинства продуктов. Насадки для миксера стандартные. Крюк для замешивания теста, плоский венчик для жидкого теста и объемный венчик для взбивания крема, сливок и белков. Насадка блендер позволит приготовить суп-пюре, соус, смузи или молочный коктейль. Она оснащена вместительной чашей на 1 литр 250 мл. А комбайн поможет измельчить мясо, твердый сыр, овощи, травы и чеснок. Он укомплектован 4 насадками для нарезки, терки и шинковки. А еще в комплекте есть насадка-мясорубка для превращения сырого или вареного мяса в фарш. Что в итоге? Эта кухонная машина 4 в 1 заменит миксер, блендер, комбайн и мясорубку. У нее хорошая мощность, 7 скоростей, большой набор насадок и удобное управление. Устройство поможет замесить тесто, взбить белки, смешать ингредиенты для соусов, приготовить смузи, нашинковать овощи, натереть сыр и превратить мясо в фарш. Словом, вы можете готовить самые разнообразные блюда, не тратя много времени и сил.